В комнате с видом на
Сашей Скляром такой проект. Боцман бродяга. Так а почему он не получил продолжение? Ну вот он существовал ровно до тех пор, пока нам было это интересно. А потом мы для себя решили, что это не для денег, а для души, собственно. Так всего 5 концертов было. Да, всего 5, но зато каких. В 16 лет я для себя открыл такую истину, что миру на тебя наплевать. Но это не значит, что тебе наплевать на мир. Ведь у каждого из нас есть своя точка отсчета. То есть Боцман и бродяга — это и были такой точкой отсчета? 100%. А носит брюки да галифе. А шляп полно вновь не дана пана на ног. А ботиночки она носит да на ремонт. А шляп полно вновь не дана пана на ног. А ботиночки. Yeah.
Каминая, каминая.